Я вам покажу еще несколько упражнений для внутри и внешней части бедра. Итак, ложимся на коврик, на спину, руки в стороны. Вытянули ножки, колени, носки. И начинаем с правой ноги. Батман. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оставили ножку и проговорили. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повторим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И только на левый. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И последний раз. 8, еще выше. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И только наверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустим. Вдохнули. И начинаем делать. Батман в сторону. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдохнули. И сделали еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас поднимем правую ножку наверх. Через пассажир делаем раз, наверх, два, вниз, три, и опустим. Еще раз, раз, и наверх, два, три, четыре, еще раз, два, три, опустим, раз, два, три. Повторим еще 4 раза. Раз, два, три. Опустим. Раз, два, три. Опустим. Еще 2. Раз, два, три. Опустили последний раз. Раз, два, три. Опустим. Подышали, подключали. Делаем круговые движения ногами. Раз. Раз, и в еще раз, в сторону, последний раз, раз, и в сторону. Вдохнули, и все делаем в обратную сторону. В сторону наверх, и вниз. В сторону наверх, и вниз. Еще два раза. В сторону наверх, и вниз. Последний раз. Наверх и вниз. Подышали. Подключали. Подняли ножку наверх и кладем ее влево и прямо. Вправо и прямо. Влево. Прямо. Вправо. Прямо. Налево и направо. Последний раз. Наверх, направо и держим. 8, 7, 6.
3, 2, 1. Послушаем.